DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Всем привет! С вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл. Я представляю Bassline Show на радиостанции DFM каждую среду с нуля до часу ночи, а то и больше бывает, да. Заезжаем за час. И сегодня у меня в гостях ребята впервые, два кита из города Вологда. И прям сходу начали просто разрывать, мочить всех и вся. Я думал, ну, вначале хоть какой-нибудь такой легенький подъезд будет разогрев, но не, нифига, сразу же прям в мясо. В общем-то, я так понимаю, и я думаю, вы тоже это уже догадались и поняли, что эфир сегодня будет мощный, вот в таком вот духе, очень плотном нейрофанке, драм-н-бейсе, конечно же. Очень многие ждали этот проект и писали мне в личку, типа, когда пригласишь этих парней. Собственно, вот, пожалуйста, ваше желание исполнено. И сегодня ребята вот у меня здесь, мы с ними пообщаемся, познакомимся, вот. Но в любом случае настраивайтесь, с вас лайки, с вас репосты этого поста, который у меня на стене, потому что прямая трансляция идет непосредственно на мою стену. С телефона всем привет, ребята, эгей, можете наблюдать за нами, за ребятами, как они играют, что и так далее. В общем-то, настраивайтесь, Drum & Bass, потребимся попозже еще.
Так, Богдан, иди сюда. Давай, здоровайся со всеми. Всем привет. Yeah. Это Туэлс. Спасибо, что слушаете. Слушай, на самом деле, очень, я уже об этом говорил, ты слышал, да, то, что очень много было запросов, когда позовешь себя сюда, ребят, к себе в студию, потому что Волга, в принципе, недалеко относительно от Москвы, поэтому да. И вот, наконец-таки, да, вы добрались. И повод не случайный, да, что-то у вас тусовка? Да, не у нас тусовка, ну, точнее, мы приехали, да, мы приехали выступать, получается, в эту пятницу играем в Live Stars в баре. Ага. Вот. Так что все, кто нас слушает и хочет послушать, как мы выступаем вживую, welcome. Да, конечно. Слушай, расскажи немножко про ваше творчество, что, как вообще, как пишется? Ну как, мы занимаемся уже, наверное, лет 5, вот как с Ярославом познакомились, все началось с дабстепа, даже не с дабстепа, а с транса, наверное. Да ладно, вот, да, писали, вот этого я не знал. Писали транс, потом писали дабстеп, потом так получилось, что я вообще как бы не слушал drum and bass, то есть у меня знакомство с ним началось буквально с эпишки Teddy Killers на It Brain Violence. Ага. И все, я как услышал, у меня колпак слетел, и все, я сказал, давай делай drum and bass. Вот. Слушай, за 5 лет на самом деле вы очень хорошо поднатаскались и грамотно пишете его. То есть по всем стандартам, канонам, и плюс свои какие-то штрихи вводите, внедряете потихонечку. В общем-то, ищете свой саунд там и так далее. Ну да, стараемся. Да, 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 да. Удивлять. Это главное, да. Поэтому 5 лет – это очень маленький срок для того, чтобы грамотно, качественно писать drum and bass. Поэтому это да, вот спасибо, я тебе скажу, не как музыкант, а как наблюдатель за музыкантами. Потому что через, собственно, мои руки, через студию очень много ребят прошло, которые делились опытом и рассказывали. И я из этого, собственно, из этой информации как раз-таки вот делаю вывод. Поэтому вы молодцы в любом случае. Что по альбому? Ну, по альбому пока ничего. Я думаю, что пока альбом нам рано готовить. Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы пулять синглами. То есть у нас много разного материала. Это не только нейрофанк, это там и ликвид фанк, и дипушка, и всякое разное. То есть мы, о, в вот принципе, да, не ограничены одним жанром. Вот, и пока что пуляем синглами, смотрим, как это все идет, какой фидбэк от людей. И, в принципе, я думаю, что через годик-другой можно будет уже думать. Вот, да, через годик по-любому, наверное, будет точно, да, прийти к тому, чтобы заняться написанием. И... Кстати, если это будет альбом, то он будет только drum and bass или мультижанр? Да, слушай, мне кажется, он должен быть не только drum and bass, то есть пару треков все равно должны как-то разбавить. Вот. Ну, согласен, да, сейчас, в принципе, эта тенденция уже давно пошла, да, музыкантов писать не только drum and bass. Но, да, но в любом случае большинство треков будет там 80%, да, конечно, наверное, драма. Конечно. Слушай, но то, что вы будете писать еще, планируете ликвид, типушку, это мне прям вот бальзам на душу. Слушай, поэтому добавляйте меня в промо-лист какой-то. Уже добавили. И прям вот мне сюда первую. Ты первый получишь это все, конечно. Окей, все, готовься сводить. Ребят, напоминаю, что у меня в гостях Two Wheels, Два Кита, город Вологда, Bass and Show, DFM, с вами DJ Provid. Эй, Drum and Bass.
hunting lizard dragon. Так, Яр, давай, иди сюда. С Богданом мы уже потрепались. Йоу, йоу, всем. Да, здоровься со всеми, да. Слушай, как настроение? Отлично настроение, спасибо, что пригласил. Ну, слушай, так звезды совпали, и действительно, я вот уже тоже разговаривал с Богданом и рассказывал о том, что очень много заявок было, вопросов мне в личку, типа, когда этих пригласили, когда китов. В общем-то, вот, собственно, так все получилось, что мы списались, да, и вы вот здесь вот в эти выходные будете выступать. Слушай, ну, я уже у него спросил, он мне рассказал про альбом, что, в принципе, там, в планах, там, и так далее. Также Drum and Bass планируете писать легенький ликвид, дипушечку, ну, да, там, и так далее. У нас очень много разных вообще работ, и дип, и мейнстрим, и ликвид. То есть мы не зацикливаемся на каком-то одном жанре, наверное, фанке. Типа, да, 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 любую, да, музыку делаем, именно это, в Drum and Bass. Это хорошо, молодцы. Я уже тоже сказал Бо, чтобы добавил меня в промо-лист, чтобы прям как только свеженькие тречки сразу же ко мне сюда падали. Слушай, он еще сказал, что он вообще о Drum and Bass услышал чуть позже. Изначально он вообще увлекался там трансом. Это ты его подсадил на драмчик? Ну, можно сказать, да. Красавчик, дай пять вообще. Так держать. Слушай, ну и то, что вы 5 лет пишете, и я уже тоже говорил про качество, это на самом деле небольшой срок достичь вот такого. Ну, так, в принципе, сказать, да. Ну, мы все как бы дома, типа, что-то делали, как бы что-то получалось, что-то нет. Ну, само собой, все это с опытом приходит, но это небольшой срок для того, чтобы вот такого уже качества добиться. Вкратце, что сегодня представите? Еще какие-то свои работы будут, новые, эксклюзивные? Да, буквально. Два трека, или нет, предыдущий трек был трек под названием «Иван», мы его только дописали. Так, на записи потом ребята послушают, да, по-любому, и трек-лист, я думаю, предоставите. Да. Но еще в будущем, вот сейчас, когда будет, потом... Да, представим работы с нашего лейбла «High Resistance», представим новые работы наши и наших ребят, друзей хороших и артистов лейбла. Да, обязательно. То есть, когда будешь играть, полностью не уходи в микс, отвлекайся, и чтобы к микрофону подходил. Понял, понял, добро. Называл. Расскажи немножко буквально про лейбл, как дела с ним обстоят, много ли релизов планируете выпустить там и так далее? Ну вот мы уже год как работаем, по 2 релиза в месяц выпускаем, то есть получили поддержку уже со всей, наверное, Drum and Bass сцены мира там. И вот с июня мы уже планируем переходить на 3 релиза в месяц. То есть будет и еженедельно, можно сказать, еженедельные подгоны нашим фанатам и подписчикам. Ну да, 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 любителям. Да. Слушай, а почему такая тактика 2 релиза в месяц? Это ваша какая-то... Ну, нет, просто мы очень много работ присылают, очень много как бы друзей хотят выпустить свою музыку и постоянно ждать в очереди, как бы это не очень прикольно. Так, я о чем и говорю, выпускайте 5 в месяц, 10. Ну, нет, но сначала надо попробовать 3 и посмотреть, как пойдет. 2 уже идет отлично, я скажу. Ну так чем больше будет, наверное, может быть, тем лучше, насыщеннее. Пока что на нас всего там работает 3 человека, поэтому как бы у нас немножко еще надо и успевать и поработать, и музыку пописать, согласен, и лейблом заняться. Согласен. Да, это не просто так. Окей, спасибо за инфу. Давай, готовься своди. Напоминаю, у меня 2 кита. Two Whales, город Вологда. DJ Profit Bass на шоу. FM, DFM, DDD.
Итак, я сегодня расскажу о двух тусовках, на которых я выступаю. Они июньские. Одна 5 июня, другая 13. Начну с 5, естественно. И также у меня сегодня в гостях диджей Эрик, которого я тоже чуть попозже приглашу к микрофону и поделится тоже интересной информацией. Итак, в общем-то, 5 июня – это тусовка «Ренессанс». Два танцпола, выступают очень много драм-н-бейсеров. Это Gunshot Ruin, Ozma, Distant Future, это все Питер. Также я, DJ Profit. И местные ребята, Kate Roma, Gonna Dance, MCV, Riz Wop, Common Strange. Кстати, тоже, да, приедет, это будет на втором танцполе. Более легкий, лайтовый такой, Liquid Deep, Bert H, Мин, Авинакс и Soulmate и многие-многие другие. В общем-то, все это произойдет 5 июня. Ренессанс тусовка. У меня на стене есть информация, где она будет проходить. В общем-то, дерзайте, смотрите и ждем в гости. Да. Так, давай, Бо, озвучивай. Так, ну это наш коллапс Bad District, вот который последний вышел в составе сингла, в котором был трек «Наш коллапс Tier Tactics» сам из Австрии. И вот наши ребята Bad District. Трек называется «Шапито». В общем, он такой безумный. Ну вот, да, слушайте, да, я слышу. Окей, премьера, премьера Best in Show. We'll be right back.
душа бит. Так, давай очередная. Так, это один из релизов нашего лейбла High Resistance, по продюсеру Векстер из Питера. Вот в июле презентует эпишку. И вот один трек. Очень мощные работы. Окей, слушаем, премьера. Эх, жаль, я не пишу музыку, я бы у вас выпустился. Итак, ребят, в общем-то, у меня в гостях затесался среди всей тусовки гостей диджей Эрик, мой давний-давний друг, в общем-то. Давай, подходи к микрофону, приветствую всех. Эй, бодрой ночи всем! Бодрой не то слово, ребята мочат, я думаю, ты давно уже не слышал такого места. Слушай, да, я в восторге, я проснулся. Спасибо, респект, ребята. Ну да, ты человек, в принципе, уже с режимом, семья, все дела, тут такое, да, в общем-то. Мне нравится, мне понравилось. Ну, согласен, да, ребята мочат. Причем за 5 лет, ну ты слышал всю эту историю, о чем мы разговаривали. Давай рассказывай, как у тебя дела, Scratch DJ, School, все такое. Да, в основном я занимаюсь проектом Scratch DJ School, это мой собственный проект. Мы делаем мастер-классы, мы организуем различные мероприятия, и вот как раз одно из мероприятий. Я очень люблю Drum & Bass, и я начинал с Drum & Bass, да. Тебе это известно, и спасибо тебе за то, что ты меня звал на очень хорошее мероприятие. Сейчас я делаю событие 14-го тоже числа, где будут выступать Шейни Радио, Диджей Дэн и MCV, я со Степа Стайлом и Лоурайдер со Смоки Ди. И, кстати, я еще принес с собой три своих карты Scratch DJ, с которыми можно будет бесплатно войти на это событие. Вот, ребят, мы показываем, да, три карточки, в общем-то, видите. И сейчас Эрик будет рассказывать, как их получить. Да, итак, это делается в поддержку Urban Vibes, это так называется мероприятие. Значит, что я хочу? Я хочу, чтобы те, кто любят Drum & Bass так же, как и мы, подписались на Scratch DJ School, это аккаунт в Инстаграме, и отметили там своих друзей. Чем больше, тем лучше. Как бы это нужна поддержка, и самые активные получат эти карты. Вот, так что... эти карты, они непростые, они очень клевые. Ну, у меня много партнерок всяких разных с брендами, в том числе... Какие-то скидки, возможно? Да-да-да. С этими картами можно получить скидки в различных сетевых магазинах и не только. То есть они очень полезные. Окей. Так что Scratch DJ School, аккаунт в Инстаграме, подписываемся и welcome. Будем за вами следить и с удовольствием поделюсь с теми,
кто будет активен. Ну и, собственно, в эту пятницу, мероприятие, в эту пятницу. В общем-то, ребят, всех приглашаем, приходите, играют и старички, и новички, в общем-то, интересное будет мероприятие, поэтому, если делать будет нечего, в Москве остаетесь, никуда не уезжайте на дачу, на природу, welcome, 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 диджей Рико. Спасибо, спасибо, ребята, всем любви, всем любви и драм-н-бейса. Да, и, кстати, мы не сказали о том, что в скором времени, там, через месячочек, может быть, там, чуть больше сделаем с Эриком эфир. То есть Эрик будет, в основном Эрик играет на винилах, либо тайм-коды. Собственно, здесь мы деки поменяем, сидиковые деки поменяем на винилы, в общем-то. Да-да, я обещаю, я обязательно приеду с вертушками, сделаем скретчи, покажу все-все-все и с удовольствием поиграю. Так что в ближайшее время. Да, окей. Эрик, большое тебе спасибо, что приехал, рассказал. Спасибо. Хорошо вам провести тусовку, ну и, в общем-то, мы с тобой будем на связи. Да. Я поеду уже. Да. Окей, ребята, продолжаем. To Wales, собственно, Киты, Вологда, Москва, Бейсленд Шоу. DJ Prophet.
Biblical proportions. Stop the talking and be careful where you're walking. Battling a gatling, tackling and grappling. Full grown silverback gorilla's cage. Keep on battling, perforate the root. Circle your platoon, be certain it's your doom. Tie your knees, sonic boom. Take credit, won't sweat it. Killer vibes, so we dead it. Unprepared, they wasn't ready. Never scared, hold steady. Duck down, bound to get messy. Range like confetti, we drop the bomb steady. Take credit, we don't sweat it. Killer vibes, so we get it. Так, Бо, давай, пока загораешь, иди сюда. Вот такой вопрос у меня назрел. С кем из иностранных исполнителей хотелось бы записать вам трек совместно, коллаб какой-то? Ой, да слушай, да с многими, наверное, бы хотелось. Ну, даже, давай, даже вот скажи. Даже вот так, я не знаю, даже так, наверное, не назвать, потому что, видишь, в чем проблема? У всех разное звучание, и мы тоже стремимся к тому, чтобы как-то разноображивать. Я понял, но музыкантов-то дофига и больше, назови хотя бы тройку. Ну давай, ну вот нам понравилась работа с Tier Tactics, там. Наверное, вот с ним бы еще мы поработали прям вообще плотненько. Так. Потом нам вот очень нравится Newcomer из Англии, Syntax, который тоже вот у нас выпустился на лейбле. Да, вот с ним тоже хотелось бы поработать, и как бы я думаю, что мы это устроим. Ну кто-нибудь из топов? Ну из таких топов... Не знаю даже, блин, кого ее назвать-то. Ну, наверное, Мебиус какой-нибудь. Мебиус. Да, я думаю, что... Какой-нибудь. Да, потому что с ним было бы интересно в плане звука поработать, да. Потому Но что... он, да, он кудесник, он любит покрутить, повертеть. Фишечки, может, какие-нибудь перенять, или еще что-нибудь. То есть поднабраться опыта. В любом случае, коллабы — это все равно обмен опытом. Безусловно. Но, а почему вам ему не написать? Слушай, мне кажется, у него поважнее дела есть. Слушай, подожди. То, что кажется, это в твоей голове. Да. На самом деле это может быть вообще все по-другому. Ну окей, завтра напишем. Ну реально, просто вот в тупую. Возьми, напиши, предложите ему какие-то несколько треков для идей, там, трёху, пару, пятерочку. Он послушает, может быть, оценит и скажет, да, чуваки, а почему нет? Но на самом деле иностранцы же, они в основном все такие простые люди, по большому счету. Ну, в принципе, да. Ну так вот, на простоте их и понизить. Надо попробовать. Будет. Попробуйте, да, потом мне расскажешь, интересно. Хорошо, если не получится, я ему там напишу что-нибудь. Слышь, что я... А, я сделаю, знаешь как, мы его пригласим и здесь на ВДБ окучим. Слышь, а ты помнишь там, не хотел бы... Ну, давай. Старенькая квакушечка такая, перделочка, от Калтишок, Троглодит, да, помню. До сих пор я даже поигрываю, да. Keep raving until you run out of breath.
separate MCs and Snoop Dogg smoke up the lyrics and doesn't talk over the breaks. Right here. I remember those days when they came in on the game. We were waiting till the weekend, even dancing from the rain. All my good atmosphere, we're moving with no strain. And in the morning we'll go home, to come back again. I remember those days when they came in on the game. We were waiting till the weekend, even dancing from the rain. All my good atmosphere, we're moving with no strain. And in the morning we'll go home, to come back again. Хочу рассказать, которое состоится 13 июня, называется оно «Элеватор», на котором выступают, конечно же, я, ну и также мои коллеги Тринерджи, Мистер Фрэнки, Вонди, Флейворд, Этернал Хангер, собственно, ребята, непосредственно которые являются организаторами всего мероприятия. Гнар, Килосем, в общем-то, я не буду ломать свой язык и коверкать названия артистов. Очень много ребят, которых я впервые вижу, но молодые, собственно, которым дорогу, которые себя, собственно, проявили и достойны для того, чтобы выступать на, вот, на этом мероприятии. «Элеватор» оно называется, 13 июня. В общем-то, название клуба не говорю. У меня на стене был пост, и еще будет много напоминалочек всяких, и также в Инстаграме касаемо этого мероприятия. Поэтому пометьте себе в календарике, да, то, что 13-го можно хорошенечко тусануть. Да. We'll be right back.
so know your worth. Stay alert. Choose your side, stand firm, hold your turn. Stay alert. Eyes peeled, open up, observe. Stay alert. Protect your heart and the breath, stay alert. I'm trying to stay alive, ducking while I dive. Trying to find an enterprise, ain't no starship escape. Give me planetary highs, so I keep my eyes peeled for them demons in disguise. I ain't trying to save myself, man, I'm trying to save lives. If you follow my crumbs, there's a trail to the light. The vigilant vigilante is all between the lines. Stay alert, it's enough, if you search, you will find. Stay alert, good and evil are fighting, so know your worth. Stay alert. Choose your side, stand firm, hold your turn. Stay alert. Eyes peeled, open up, observe. Stay alert. Protect your heart and the breath that you earn. You're saying it's a matter, thoughts that you're not. It's clear I know you like it in the zone, high shot. When we turn up to the party, it's vice of the rock. The matter with the footwork, the gather with the strut. We got the party looking like a good teaser. The skills that we protest on, people say that it's a lot. Claiming us to be the number ones, the big shots, we get the props. We get the props. For clubs and bosses, do this. You hear our sound and you lose it. Just popping up on the real kid. Plus our sheets to be winning. Plus our smart for the moment, spin it. Even that mic up on the beginning. That's in time, now get with it. It's a hot one. I believe we are not John. This guy right now is a problem. This crazy bars are brand new. Mad to see that smile on your face when you wave. Yeah, that makes me glad. I said, believe me, I'm not John. This guy right now is a problem. Let's play these bars are brand new. This tune right now is a hot one. Now your mind's blown, head's gone. Good energy, ain't getting rewarded. The guys who ain't got none. If you're new to this, then you will see it's how we rock in the long run. Mad to see that smile on your face when you wave. Yeah, that makes me glad. I got loads of bars, frozen hits when we touch down. Yeah, everyone looks, they like this one. This one's for the books that bought us when we're at the input. When we're at the input. Oh man, it's a sick one. I'm spraying bars over the kick drums. Fully aware what's going nuts in here. These vibes are on that and then some. We put more on into action. Now what's up that crowd reaction? In your face, you see passion. And for this when we do this, show them proof it. There it is, and it's passion. It's my game. Stay true to the burning lane. The beat is dropping now, do not let this part of me to contain. And if I'm lying, straight out the cage. If I'm afraid, I'm fully engaged. Just like you lot, see that's the raving crew. When you see me live up on stage. I can see all the stress that you're under. Can we go?
come and trash it on the sofa. Rude boy, you seem like a joker. Can I bother you for a lighter? Is it alright if I ask for your number? I don't mind if you come a bit closer. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. And if things go nice, then we could be in love. And if things go nice, then things might happen. We could be in love. Служба, смотри, я придумал вам такую фишку, которую вы можете запатентовать. Давай. Во время своих выступлений вы готовите видеоряд китов, которые плавают, там, я не знаю, где-то в интернете какие-то туториалы можете найти. И их, собственно, ну, как-то договориться с авторами, которые их снимали, и использовать на своих выступлениях. Ну, то да, есть вы играете, и там что-то с китами происходит. Спариваются, плавают там, и так далее. Ну, по-разному. Пусть спариваются. Лучше, как тебе идея? Да, отлично. Вот подумай, да, надо. Надо подумать. Так, давай, премьера. Тоже небольшая премьера с нашего лейбла. Это My Course. EP-шка выйдет у чувака, когда, в июле. Тоже вот очень сочный саунд. Русский чувак? Да, да, наш чувак. Ага. А EP-шка-то где вы? У нас. А, у вас? Да. О, слушаем премьера, да. Хай-хай-хай, Resistance. Нижнему Новгороду привет! Собственно, Майкерс, это ваш чувак. Очень крутой саунд. Ребята, вы молодцы, то, что выпускаете вот таких вот ребят. Очень круто. Необычный саунд, неординарный. В общем-то, респект. Так, давай, сразу вот же следующая премьера. Под завершение, да, программы по премьерам ударили. Да, Senpai, тоже релиз нашего лейбла, тоже депушка. Откуда, чувак? С Москвы. С Москвы. Да, о, местный. Мой, да. Землячок.
Так, Яр, давай рассказывай. Ну, мы решили закончить тремя премьерами, которые выйдут вот-вот уже в июне. Это трек Паши Брайан Кризиса «All Selection». Знаю, да. Он уже есть преордер на битпорте, то есть трехтрековый EP. Очень интересный материал, неординарный, как всегда, от Паши. Big up. Очень крутой материал, да. В общем-то, слушаем, премьера. Ну что, давайте прощаться, что ли. Я от себя хочу сказать вам большое спасибо. Красавчики пришли, разорвали в пух и в прах. И теперь собирать только всех надо по частям, в общем-то. И всех наших радиослушателей, и меня тоже. Сейчас приеду домой, сон не в одном глазу. Да офигеть. В общем-то, ваши приветы передавайте, чё как. А что, в первую очередь хочется привет передать всем ребятам, которые у нас выпускаются, которые нам доверяют свой материал. Вам большой респект. Да, респект большой Вологде. Я знаю, очень много людей с Вологды сейчас нас слушают. Ну, в общем, всем большое спасибо. Всех любим, обнимаем, целуем. Ждем в пятницу тусить. Кто хочет послушать нас живую, Life Stars. Яр, давай. Давай вообще. Спасибо всем, ребят. Такой... Богдан все сказал, как бы тут добавить нечего. Вологда, big up. Приходите на тусовки, будем делать их чаще. Да, будем стараться. А, в общем-то, Богдан такой более такой живой, да-да-да, ты такой более уравновешенный, более спокойный. В общем-то, еще раз всем спасибо, ребята. Запись этого эфира в скором времени появится. С вас трек-лист, как обычно, в общем-то, да. И в пятницу приходите поддержать, так сказать, наших ребят. Нажми на дальний плей, на дальний, да. Baseland Show. With DJ Prophet. Да, все верно, каждую среду с 23 до полуночи, а даже и больше на радиостанции DFM. Всем пока!